Всем привет, зрители и подписчики канала Рик Кантона Фиэт Малыш Футболист. Сегодня обменяем жетоны. Заберем жетоны, которые еще не забрали, а также откроем много-много крутых наборов. Соберем испытания наборов игроков английской премьер-лиги. Ребят, я собираю новый состав, чтобы попробовать в августе покорить Weekend-лигу. Набить больше рейтинг, чем обычно. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк, нажать колокольчик, чтобы не пропустить стрим или видео. Ждем FIFA 23. Вся информация по ней в предыдущих роликах. Ну что, поехали. Погнали. Если уже сегодня вы хотите приобрести себе кумира или, может быть, топового игрока Мбаппе, Неймара, Месси или любого другого, то переходите на сайт Автофуд. Ребят, здесь очень простая, быстрая покупка монет с автодоставкой и системой антибан. А также вы получите кэшбэк в зависимости от того, в каких объемах вы будете покупать монеты. Многие зрители и подписчики канала пользуются данным сайтом. Все проверено, работает. Ссылочка будет в описании к данному видео или в прикрепленном комментарии. Ну что, ребят, начинаем двигаться. Испытание зимних джокеров, да? И здесь можно получить и забрать жетон. Жетон, который нам пригодится для обмена на какой-нибудь крутой пак. Норвежца забираем. Сегодня будем открывать, ребят, выбор из набора компании Премьер Лиги. И Тотса, выбор игрока Тотса или оборотня английской Премьер Лиги, ребят. Конечно, с одной стороны, очень жалко отдавать такую обойму высокорейтинговых игроков. Но куда-то их девать надо. Я долго думал, сначала думал, может быть, какого-нибудь кумира выбрать, либо вообще какое-нибудь другое испытание собрать, может быть, игрока, но все-таки решил остановиться на этом наборе, ребят. Ну что, пробуем, открываем, смотрим, кто залетит ко мне в состав, если залетит. Да, использовал вратаря, потому что он был дубликат. И... ребята, Бруно Фернандес, да, многие его хейтят, говорят, что он не очень, но я все-таки решаюсь его здесь забрать. Мне, конечно, очень нужен левый защитник английской премьер-лиги, но пока я еще думаю, кто это будет, а Бруно Фернандеса я все-таки заберу. По статам, по рейтингу, конечно, это топчик. Напишите свое мнение о нем. Мое мнение, что как бы им можно играть. Хотя есть много противоположных мнений моих подписчиков, зрителей канала, кто говорит, что Бруно это просто дно. Ну что, ребят, двигаемся дальше. Забираем жетончики. И выбор игрока. Да, здесь, конечно... О, Родриго, ребят, Родриго нам падает. Он очень долго играл у меня в составе ранее. Он был непродаваем, Родриго, и, конечно, поднялся в рейтинге, хоть немножечко был ниже рейтингом, потому что Реал чуть-чуть прошел. Также, да, ребят, я открывал много наборов, все показывать не буду, скажу сразу, что ничего топового из набора 80+, английской премьер-лиги мне не выпало, но в одном из наборов выпал Фабиньо, ребят, центр-форвард, мне честно не хватает форварда, с форвардом я пока не определился. Я поставил туда Кантону и Фабини, но сам прекрасно понимаю, что Кантона, конечно, впереди немножко не тянет, потому что скоростенки мало и, конечно, ему не хватает. Идем дальше, ребят. Выбор из набора компании Премьер Лиги. Да, отдаем туда Родриго, отдаем еще ряд футболистов высокорейтинговых. Сейчас дроп приличный, падает много высокого рейтинга. И давайте посмотрим, что нам выпадет здесь, ребят. Один из трех игроков компании Премьер Лиги. Кавани был дубликатом, оставляем его у себя в команде. И... за, ребят, и Вернер 96, ребят, это около миллиона, с ума сойти, просто феноменально Вернера поймать к концу фифы. Уже карточек, которые приближаются к миллиону, очень мало в фифе остается, потому что, ну, она уже, понятно, уходит. Но это просто фантастически, ребят, фантастически. Тимо Вернер, правый фланг полностью закрыт. Это просто феноменально, ребят. 96, рейтинг, очень круто. Ну что, двигаемся дальше. Давайте обменяем жетончик. У меня их не очень много. Я надеюсь, что в следующем году... FIFA 23, понятно, что в этом году
имеется в виду в следующей FIFA, будут тот же жетоны, на самом деле мне не очень зашли. И я вижу, что многим тоже жетоны заходят. Это видно по просмотрам видео, когда я делаю видео именно про жетоны. Видно, что их смотрят, спрашивают, всем интересно. Жетонов немного, но вот этот наборчик я хотел взять. 20 игроков, ребят, 20. Вы только вдумайтесь, это как минимум какое-то крутое СБЧ. 20 игроков с рейтингом 85+. То есть здесь может быть кто угодно. У меня 9 жетонов, оставляю 4 жетона. Я в любом случае еще набью. И мы что-то в любом случае интересное здесь откроем. Ну давайте меняем 5 жетончиков, набор с 20 редкими игроками. Я не знаю, либо это будет следующий последний, это либо будет 84+, либо я поменяю на какого-нибудь, может быть, там оборотня на выбор, посмотрим, или тот из лучшей пятерки. Набор с 20 редкими игроками, здесь может быть кто угодно, ребят, возможно, кто-то для состава. Поехали. Так, уже неплохо, англичанин, праздник фут. Это Санчо, ребят, правый фланг. Только когда уже правый фланг закрылся, нам выпадает Санчо. Да, не то, конечно, ребят, что ждали, но это лучше, чем ничего. Санчо, Донарума, Хернандес, ну, нормально, ребят, нападали информы, нападал Алис. Не, ну, слушайте, это хорошо, это не самый худший дроп. Ой-ой-ой, здесь еще команд. Ой, Депай 92. Ребят, ну это просто, я считаю, это просто сказка нападала. Могу быть намного хуже. И Гомес, который, скорее всего, попадет в состав. 86. Слушайте, это очень-очень отличный дроп с данного пака. Я, если честно, думаю, будет намного хуже. Но понятно, что FIFA в конце уже ее, как говорится, финального финиша дает дропчик. Ребят, это очень круто. Всех игроков себе закидываем в команду. Ну что, двигаемся дальше, ребят. Мой состав, давайте посмотрим на него, что в нем изменилось. Кантона в атаке, слева, соответственно, за, справа Вернер. Давайте сейчас еще Гомеса закинем. Гомес будет с Вараном. Надо накупить им побольше различных стилей сыгранности, чтобы они были более крутые. Кантоне обязательно нужно, конечно, охотника. Да, это все сделаем, ребят, в принципе, неплохо. Можно играть. Ну что, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Ждем FIFA 23. Всем пока, до встречи на канале. Любите футбол.